После предпасхального поста время насладиться вкусной, сытной, а главное, натуральной продукцией. Такого в обычных магазинах точно не найдешь, только на базаре дивный дар. Домашнее копченое мясо, колбасы и сало, которые тают во рту. Грибы, собранные в корейских и алтайских лесах. Соленые, маринованные, сушеные, белые, лисички, опята, рыжики. Грибная икра и смесь на паштет и пироги. А еще сыры из белорусской частной сыроварни. Некоторые головки созревают в льняных тканях, некоторые в марле. Тканях, пропитанные солью. Это необходимо для того, чтобы головка набрала именно те витамины, которые вложены в это молочко, собранные в определенный месяц. У нас есть головки 1,5 года, 6 месяцев, 2,5 года выдержки. Вкус это не передать словами. Также побалуйте себя вкусной рыбкой горячего и холодного копчения. Это та самая рыба Камчатского края, давно полюбившаяся саранским жителям. Чевыча – королевский лосось, горячего и холодного копчения. Теша чевыча – богатый омега-3. Юкала чевыча – вялено-копченая рыбка. Якутский омуль насыщает легкие кислородом. Белорыбица снижает уровень холестерина. Еще в наличии мясо краба, печень трески, красная и черная икра. Эта рыба не то, что для удовольствия, да, ее покупать. А в ней содержатся все витамины. Почему? Потому что это дикая рыба, она не выращена. Также она приготовлена из свежего сырья и ни разу не подвергалась заморозке. Поэтому мы нашим гостям рекомендуем покупать рыбу в любом количестве. Эту рыбу можно замораживать. В каждой рыбе есть определенная группа витаминов. И мы готовы рассказать нашим гостям, дать попробовать и рассказать, что и как употреблять. Дивные дары можно найти в торговом центре «Антрацит» по адресу Льва Толстого, 23, до 23 апреля включительно. Арина Мелешкина, Андрей Просвиркин, «Наши новости».